Девочке, которую назвали Этель, 26 февраля 2019 года исполнится один годик. Актер театра и кино Эммануил Виторган на своей страничке в социальной сети Instagram поздравил с днем рождения свою супругу Ирину Млодик. Женщина на 23 года младше актера. Это третья жена Виторгана, с которой он, наконец, нашел свое счастье. Больше по теме Эммануил Виторган обратился к Собчак после ее откровенного интервью. Актер выразил в соцсети самые теплые чувства к избраннице своего сына. «Сегодня день рождения моей Ириша. Благодаря этой женщине я сегодня жив. Спасибо, мои родные, что есть вы у меня. Впервые сегодня, в день рождения Ириша, вы увидите и мою дочь Этель. Поздравьте, пожалуйста, и поверьте, Ириша так заслуживает добрых слов», — заметил Виторган. Кстати, дочке актера 26 февраля исполнится год. Какая куколка! С днем рождения, Ирину! Счастья вашей красивой семье! Еще много лет быть вместе и радоваться доченьке, этому солнышку. Я сама бабушка 5 внуков и знаю, что это такое. Какой у вас праздник! Здоровья и терпения вашей супруги и личного счастья. Женщина необыкновенная. Настоящая семья, заметили в комментариях пользователи.